А на что вы готовы ради вкусной еды? Например, притвориться евреем. Почему бы нет? Во всяком случае, так поступили шотландские заключенные. Преступники, отбывающие срок в шотландской тюрьме Гленовичилл, приняли иудаизм на словах, естественно, чтобы получать от тюремных стражников кошерную еду. Порции еврейской еды больше и вкуснее, чем обычная. К тому же приготовление такой пищи обходится шотландской тюремной службе в 2 раза дороже. Она готовится отдельно, не в общей кухне. Сейчас уже 130 заключенных приняли решение о смене религии, соответственно, выбрали новую систему питания. Что вкуснее, в то и верю, как говорится. Вот, например, Стивен Дик, насильник, тоже вступил в ряды новообращенных. Да, было бы весело, если бы не так грустно.